Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Motorola Moto G30 включить функцию резервного копирования Google. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Система», дополнительно «Резервное копирование». Включаем функцию «Загружать на Google диск», затем, что нам нужно будет сделать, это добавить наш аккаунт Google, вписываем наш телефон или адрес электронной почты, нажимаем «Далее», затем вводим пароль, нажимаем «Далее», затем принимаем условия использования политики конфиденциальности Google, и последним шагом нажимаем «Принять», и после этого устройство будет готово к резервному копированию. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.